Рассказ пойдет о фигурке Касынского литья Дон Кихот. Вот у меня два таких Дон Кихота. Один с клеймом Косли. С клеймом Косли. Другой с клеймом Косли 1963 года. Некоторые гоняются за годом. Чем старее, тем дороже. Ну, я тоже думаю, что которые фигурки, допустим, 63-го года, тут прочеканка всех вот этих деталей намного такая лучше смотрится. Они обычно идут со съемной шпагой. Вот. Шпага съемная. Шпаги обычно теряются, но бывает и со шпагами. Тут читает книгу. Вот читает книгу. Шляпа такая. Тут разрез это должен быть. Он у всех Дон Кихотов разрез. Обычно тут постамент такой ажурный. Бывает маленький другой постамент. Свердловский завод. Это постамент стандартный. Фигурка такая. Ну, очень такая симпатичная. В коллекции, я считаю, должна быть у каждого. И такой сюжет уже сделан по царским отливкам. Еще делался при царе. Вот такая забавная фигурка. Ну, пожалуй, все.